19 октября президент Азербайджанской республики Илхам Алиев прибыл в Газахский район. Как сообщает Азертайдж, в начале глава государства возложил цветы к установленному в центре города памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Глава исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашев подробно проинформировал главу государства о благоустроительной работе, проделанной на территории, прилегающей к памятнику и в городе.